На днях в Кокшетау прошли Дни культуры Костанайа. Сотрудники областного историко-краеведческого музея представили самые необычные ценные экспонаты выставки картин. Целью мероприятия стало сохранение и популяризация историко-культурного наследия регионов Казахстана. Эти экспонаты, картины и исторические документы сотрудники Кустанайского областного историко-краеведческого музея представляют жителям города Кокшетау. Экскурсоводы рассказывают об истории и ценности каждого. Выставка «Богатство Кустаная» была открыта в течение нескольких дней. В этом зале представлены экспозиции. Это исторический зал, здесь экспонаты, которые составляют историко-культурное наследие нашей области. В этом зале здесь представлены работы, которые находятся в фондах нашего музея. Это работы и кустанайских авторов, это работы в том числе и знаменитых, именитых художников, основателей вообще изобразительного искусства, живописи у нас здесь, в Казахстане. Здесь же мы вас знакомим с нашими достопримечательностями. В первую очередь это Новоземский заповедник. Здесь можно посмотреть фотовыставку. Здесь же рассказывают о заслугах кустанайских тружеников, почетных жителей и руководителей, что поднимали область в годы целины и ставили, казалось бы, недостижимые рекорды. На выставку работники Кустанайского музея привезли редкие образцы минералов, уникальные археологические находки каменного и раннего железного века, эпохи бронзы, а также оружие казахских воинов-батыров. Это бюст Айтбай Батыра. В 18 веке он защищал родину от вторжения джунгаров за независимость. Родился в районном центре Сарыколь. В 2011 году в фонде нашего музея появился его шлем. А захоронен Айтбай Батыр в Туркестане, мавзолей Ходжи Ахмета Ясауи. На выставке представлены картины известных казахстанских художников. Ценители изобразительного искусства делятся впечатлениями. Музей сейчас является визитной карточкой Кустанайской области. Ведет огромную работу по обменным выставкам и по другим направлениям. Вот как раз сегодня мы находимся здесь, на Кокшетауской земле. Это очень хорошая возможность, предоставленная культурным работникам для расширения связей, обмена опытом, ну и представления своих музейных коллекций более широкой публике. День культуры Кустаная в Кокшетау – это хорошая возможность обменяться опытом и расширить связи. Сохранение и популяризация историко-культурного наследия регионов Казахстана – главная цель. Виктория Шарнина, Александра Галлард, Василий Вережников при поддержке телеканала города Кокшетау.